Всем привет, с вами Спанч Боб и Ассасин. И сегодня мы будем делать наш первый подкаст. Или типа того. Ну, конечно, Ассасин не знает, что такое подкаст, как я знаю, но я знаю, что такое подкаст. И поэтому, кто будет начинать говорить? Давай ты. Ладно. Ну, что я буду играть? Ну, я думаю, что я буду снимать, наверное, Payday 2. Когда я обоставлю, блин, домой, я буду его снимать, его играть, кто понравится. Кто хочет быть новое видео, я, наверное, уже вышел, не знаю. Ладно, можно? Скоро будет снимать про Калжарес, ну, где-то ждут. Что же дальше? Ну, я думаю, что я еще скоро буду снимать магику. Верно? Да, да. Мы ее точнее будем переходить. Мы уже делали видео про магики. Да. Я могу на канале. Да. Точнее, там не хватает одной части. Но не просто лень ее залить. Скоро, кстати, я Что же еще? Я уже немного забыла, я хотела что-то еще с ним искать. Мы еще будем снимать Castle Crashers, верно? Да, мы будем перепроходить, только мы еще не решили играть на этом, на безумном сложности, то есть, ну, когда проходишь финального босса, твои персонажи, которых ты ну, я думаю, знают уже все. Грузка уже старая, так что, думаю, знают все. Ну, что же еще могу сказать? Я, кстати, сделаю... не знаю, что типа продолжение смешных моментов, когда у меня будет 50 подписчиков. Это все, что я. Что же еще хотел сказать? Ну, я буду играть в новые игры, например. Что же у нас скоро новое выходит-то? А, да, точно. Я буду играть в Doctor Dead. Что? Я буду играть в игру под названием Doctor Dead. А, Left 4 Dead, да. Так, сейчас я думаю. Не, Left 4 Dead, Octo Dead. А и что такое? Такая игрушка. Прикольная. Когда она будет полностью, я в нее буду играть, снимать и так далее. Что же еще? Ну, наверное, не знаю, на этом мы нет, не все. Что же мы еще будем снимать с Ассасином? Даже не знаю, что мы еще будем выставлять, ребят. Наверное, это все. Ассасин, у тебя что-нибудь есть что сказать? Ну, что сказать? В принципе, у меня есть большой список претендентов то, что я буду снимать. Ну, всякие вот, ну, летсплеи там. С Сережей. Конечно же, это список входит и сразу переходит к короче, однозначно будут. И это я вам обещаю. Ну, у вас только не сразу будут. Мы Майнкрафт будем играть, снимать? Будем Майнкрафт вместе? А, кстати. У нас как бы есть сервер. Нет, это мы не приглашаем всех на сервер. Не-не-не, ничего не приглашаем. Мой комп этого не выдержит. Да, сервер держу я. И я сейчас пока что сервер работает. Он очень могучий. Да, по крайней мере, у меня лагов нету, но у Серёжи, мама не горит. Я не могу никого убивать, например. Ну, это уже критично. Ну, в смысле, это... Ну, лаги, это не... Ну, как бы, да и вас-то не важно. Ну... Как вы понимаете? Не знаю. Что же у нас такое еще можно? Просто мы не хотим играть в режиме защитник гражданский. А мы будем играть, снимать про FIRST 3. Будем снимать? О, да, FIRST будет, да. Как я уже сказал, все летсплеи Сережи будут однозначно. Только не сразу будут выходить. Да, у меня интернет ужасный просто. Тут я очень редко буду выкладывать видео, конечно. Из-за интернета моего, поэтому ничего не могу вам сказать, ребят. Ладно, так, теперь насчет моего следующего прохождения.
Пока что я. У меня сейчас много вариантов. Frog Legacy, там, Assassin's Creed, Skyrim, Prototype. Ну, Skyrim ты не советую играть, потому что тебе займет 300 серий, понимаешь это? Да, я понимаю. Так что это, можно сказать, будет уже в фоновом режиме, этот летсплей. Я не даже советую снимать. Это тебе не понравится, потому что будет очень долго, и я тебе не советую снимать. Ну и Майнкрафт тоже, так что, можно сказать, уже в фоновом режиме. Ну да, как бы. Нет, конечно, Майнкрафт мы будем играть вместе, поэтому все-таки его можно снимать, но, блин, скорее, я не знаю. Прототайп, я не знаю, прототайп ты можешь снимать, хотя он тоже не очень короткий-то. Ну да, он малочки короткий для меня. Но я обещаю в него играть, так сказать, два раза перед, точнее, перед... Играть на этом среднем сначала, потом на безумном, но на New Game Plus. Я думаю, это будет интересно. Да-да-да. Ну, сколько... А, ну ладно. Ну, короче, уже никаких новостей никого нету. Ну, еще... Насчет твоего канала есть какие-то новости? А? Насчет твоего канала есть какие-то новости? Ну... Насчет аватарки, ну это уже, аватарка это критичная. То, что моя аватара Стима не влезает почему-то. Но это, как я сказала, это критично уже. А что, видео так... будешь делать на 50, на 100 подписчиков, какие-нибудь штучки, и ничего не будешь делать? Ну, думал, буду всякие там хренделя. Там, типа... Ну, наверное, это все? Нет? Ну, думал, да. Ну тогда всем всем спасибо, наши дорогие друзья. С вами был Спанти Боб и кто? Я Вазим. Да, как такой. Если вам это видео понравилось, ставьте лайки. А, чуть не забыл, Стойте. Как вы... Кстати, я сейчас только что вспомню то, что... Как насчет дуэли в Вормиксе? Нет. Ты ничего не думаешь? Не хочу. Ну, не хочу перед Татьяной опозориться, не хочу вообще ничего такого. Ну как, ну окей. Ладно, тогда всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы. И так что с вами был кто? Спанч Боб и Ассасин. Ассасин, да. Так что всем пока. Пока.